Привет, ребят, девчат. Надеюсь, у вас все ништяк. AK Crazy Russian, город Цинциннати, крутейшего штата Огайо. Буквально 5 минут от дома, такой маленький райончик, кул-де-сак, что означает тупик. Все, развернулись здесь и выезжайте. Этот домик готов. И до сих пор мне непонятно, то ли он демо для... Построили его как типовой такой, да? Ну, трудно сказать. Там уже у них почтовые ящики, то есть нормально. Ну что, Америка делается фрейм, да, насколько я понимаю. И потом все обшивается всякими типа пенопластов, держать тепло. И наоборот, чтобы холод не проходил. Все, окошки классные. Ну вот, пожалуйста. Вот эти все фрейм. Так, что у нас? Две машины, гараж. Отлично. Значит, основная жизнь у вас будет в подвале стандартного американского дома из говна и палок. Ну, здесь не очень. Ну, в основном кухня и будет очень мощная такая, как сказать, family room, наверное. То есть это такое впечатление sold. То есть у них не будет здесь туров, я так понимаю. То есть прийти, посмотреть. Но вот которые рядом с домом, там, вероятно, будет это все. Значит, смотрите, здесь еще что, два места, я так понимаю. Вот это и следующее, что ли. То есть они все в длину такие большие, понятно. Так, здесь тоже продано. То есть это все, ребят, типовые раз такие конструкции, но там вы захотите что-то большее, какой-то recreation, да, там компьютерные игры будете, можете сделать себе прям отдельный офис там в этой basement, да. Ну вот она, basement, пожалуйста. Ну здесь они навернули хорошо. Вот так вот. Нормально. Так, сейчас пройдем еще. Но это тоже то, все сделано снаружи, но там еще внутренние отделки дофига всяких дел. Ну вот. И вот этот дом, такое впечатление, что он готов к труду и обороне. Предусмотрительно сделали уже эти фонарики. Наверняка вечером уже горят. Какие-то очень классные. Так? Прям по всей улице. Ну, не так их много пока. Большой там промежуток с тем домом. Да? Ну, ничего. Сделают еще, наверное. Так. Ну, здесь очень круто. Если показывают дом, висит такая штука, там внутри ключ с кодом. Такое впечатление, что здесь видеокамера на этом самом, на двери. Ну, это классно. То есть вся тусовка у вас будет в подвале, ребят. И вот отделка какая. Это типа винила какого-то нового, новый материал. Типа такой черепицы, да, крыша тоже винил, современный, там по 30 лет стоит. Вот, и такой вот винир, по-моему, да, на английском. Тоже эти камушки бывают и не настоящие. А уже сейчас, черт тебя знаешь, не поймешь, что настоящее, что какой-то там бетон, да, замешанный с каким-то цветом. Ну вот, так вот отделан. Ну, нормально. Помыть легко из этой такой штукой, да, pressure washer. Ну, нормально. И помыл. Но здесь все на солнце и проветривается. Здесь плесени-то не будет мощной. А если помыть там с какой-то химозой вообще,
будет так, как новый, стоять. Кошки классные, в общем, нормально. Ну вот так. На сегодня все. Окей, USA.